И вот сегодня поплыли втроем. Господи, благослови этот труд. И пощи нам рыбы. И слева, и с правой стороны. Вот, Илюша сел, теперь будет грести. Покажи ему как, а то он тебя веслом-то в лоб заедет. Все, поплыли. Вон как они. Все. Поехали. Сегодня преображение. 19 августа. Освящение плодов прошло. Все это засняли, будет показано как. К спасам, конечно, никакого отношения не имеет. Ну, предание такое. Ну, овощи осветили. А вчера Геннадий Павлович был и 3-литровую банку меда привез, их у Устиновых оставил и говорит, подарите Игнатию Тихоновичу. Они притащили ее в храм. Я говорю, зачем? Сегодня же не яблочный считается. Не будем на стол ставить-то, чтобы нас не обвинили в нарушении традиции. Вторую сеть проверять будут сейчас. Вот. Так а вы еще не под... Вон она где? Вытычку поменяй. Палку, палку дайте. А-а-а. Так начинайте отсюда проверять. Так, на ту сторону. Туда, и теперь выпускаю ее. Что-то она как-то переплетена, сеть-то. Что она так перекинута? Она теперь годна только уток ловить. Там не то карась, там кашалот пройдет, не заденет, наверное. Вся изорванная. Плюс китайская. Ни одного нету карасика. Сеть пошла, она не выдернуть. Вы вдоль берега, опусти ее в воде, а Илюша пусть держит. Держит, у него хорошо получится. А вы смотрите, может, есть рыба-то. Снимать надо, уходить на глубину. Где ставили первый раз, туда надо идти. Тогда больше всего попадало.
Не отпусти ее, держи, Илья, смотри. Что ж, неужели ни одна рыбина не проплывала тут за сутки? А там в первой сети сколько штук попало? Семь? Понял. А нас четверо, даже по две рыбки нету. Вон там вроде бы карасик есть один. Илье даю, чтобы он выковыривал сам. О, теперь видать. Дальше продолжайте палку, там не упустите только. Еще карасика поймали, два. Теперь получается 9 карасей. На четверых нас по 2 карася. Но так как тот подмастерье, ему и этого много. Дадим больше ему. Первый раз он радоваться будет. Тетю Люду поблагодарить, что отпустила его. На сеть 2 карася. О, вон еще третий попался. Кажется, и четвертый. Это я на берегу стою тут. Да, 11, почти по 3 карася.
Хоть бы одного еще карася. Тогда бы 3×4 12 получилось. О, слава тебе, Господи, в самом конце попался. Еле-еле их вытаскивать. Сколько у него памяти будет. Перетаскивает сеть в другое место. Ветер дует. Трудновато им черпать. Илюша сидит посередке. Третьего весла не дано. Илюша веслом, а дядя Сережа пригорь рукой. Так или так? Ну да, поперек ставьте, поперек. Дальше туда на середку и поперек ставьте. Рукой махнул, кадр потерял. Вы дальше туда проехайте, там воткните, а потом вас будет нести, будете натягивать. Сначала туда. На ветер проползите еще туда 30 метров. За ними тянется сеть. Вот сюда вот поставьте первый кол, вон туда. 30 метров еще пройдите дальше туда. Ветер, у лодки большая парусность, а вторая часть привязанная, и она ползет за ними. Я могу ее не увидеть. Где-то вот здесь вот палка должна быть. Может быть, даже вот это я что-то вижу. Она половину в воде. Другой конец сети за нее привязан. И он за ними тянется. Надо встать тогда. Лучше будет видать. Это вот дамба. Еще два. Еще дальше туда, дальше маленько, дальше. Где палка тянется со второй частью. Кажется, вот это вот. Все! Сейчас махну рукой, чтобы они все ставили. Эй!
ставьте. Ставьте. Все, ставьте кол. Сережа молится. Буду сейчас ставить. Вот он стекает. Только бы лодку не опрокинули. Когда давят, сильно наклоняется, исчерпает лодка. Я Илюшу спросил, ты плаваешь хорошо? Он, хорошо. Ну все. Сейчас найду еще дело. Сегодня не рабочий день. Ну, Игорь земледелец, ему можно даже до на 10-е. Лишь бы не воскресенье. Воскресенье никогда нигде не разрешено. Ну не считая там крыша сорвана или еще во время дождя будет. Вот они теперь будут сеть проверять, как она натянута. Привязывают. Опасались из воды видать, как бы кто не попустился. Сделали так, что обыкновенная веточка зеленая, а потом увидели, что ее не наклоняясь, самим не найти не можем, приходится кошка искать или с веслом. Кошка это как якорек. Вешки. Все, поравнялись. Теперь ее надо брать, поднимать. Если она нормально стоит, то и восстанавливать. Надо сюда тянуть. Сережа, ставьте там. Ставьте. Не сделать, куда хотели. Не нужно мучить себя. Сейчас буду ставить. Серега, вата, Володя, пускай поглубже будет здесь, она наискосок пойдет. Пускай поглубже будет. Это можно сделать так, чтобы заглублено было.
Знаменательная фигура сейчас Володя. Владимир Александрович Пащенко. А вот тут он воткнет, тут илу много. Натянули, сейчас будут проверять, правильно ли она натянута. Тоже молятся, руки поднимают. Говорят, я баптист. Родители баптисты, а бабка православная. Я к ним ходил всю зиму. И мать обратилась, а с его бабка. Алевтина Пантелеевна Маева Петеримова. Маева – это девичья. Старшая дочь за священником Михаил Фаст. Томске, Светлана Анатольевна. Младшая за диаконом. Правда, он не служит с обстоятельствами. Пока сеть натягивали, в это время бы попался карасик, было бы интересно. Ну вот эта палка, видать.
Ну вот, лодка приближается. Вот сюда вот, точно на меня выходите. Я тут буду поддерживать. Еще сюда, еще. О, давай эту веревочку. Давай. Вот так. Так, Илюша. Давай потихоньку. Держу. О, дядя Серёга уже остался. Бери. О, дядя Серёжа вылезет сейчас. Это как пока сеть ставили, один попался. Да. Вот это место хорошее, значит. Потихоньку вытаскивайте и несите сюда. Забирайте свои ботиночки, обувь там. Шлепанцы. Давайте. На весла не наступайте, только не сломать, чтобы. Подтаскивайте. Бери скорее за ушко бери. За ушко бери, бери за ушко. Ну что ты так это, неактивный? Тащить надо. Ты на ней плавал, ты ей обязан жизнью своей. Ну-ка, давайте я посмотрю, что у вас тут. Ну-ка. Вон где. Ну-ка, давай, считай, сколько. Ну-ка, раз, два, три, четыре. Слух считай. Пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Нас четверо. Раздели на 4, 13. По сколько? 13. 13 штук разделить. Все. К Виталию бежать спрашивать. Нет, у ведро уже не смотри. В уме. По сколько, чтобы... 13 на 4 разделить. 13... Почти по 5, 7. По 5. Если по 5, и нас четверо. 5 и 4, 20. А тут только 13. Значит, да. Где взять 5-то? Надо ловить было сначала. 3 на... По 3 всем. А? По 3. Ну, 3 же 4, 12, 1 лишний. Но учитывая, что ты юнга, только учишься все. 3 тебе много, 2. И то это еще так. Но за то, что ты, я вижу, старался, будет у тебя 3. Спасибо. А так как на... не спасибо, а спаси Христос, говорят. Скажи так. Спаси Христос. Вот. А так как ты старался, я видел, то тебе дадим больше всех. 4. А нам по 3. И как только вылезем, ты сразу домой побежишь, ведерко возьмешь. И с ведерком выбежишь. И тебе дядя Сережа отмерит 4, которые поменьше. Потому что ты маленький. Все? Да, я думаю, это справедливо будет, дядя Сережа. Так я пошел на дамбу, вы ко мне подъедете. Он меня пробежит по дамбе туда и обратно. Так.